чей-то внутренний дворик. Ой, какой барыгик. Труба смешная. Пальма. Какой-то замок. Все закрыто в воскресенье. А вот открыт ресторан. Не хотят работать. Вот так вот. Очень много закрыто. Не просто на выходные, а вообще закрыто. Как будто бы нет больше бизнеса. Узенький тротуар такой. Вот кафешка какая-то закрыта. Вон кафетерия какая-то написана. Ля кафетерия. О, библиотека. Все нафиг закрыто. А, о, пицца открыта, слава богу. Овощной вон открыт маленький. Салон закрыт. Ой, это что такое? Исповедальня, может быть. А может, туалет такой? И куда заходить? Непонятно. Вот овощной магазинчик. Так, Джей рванул нафиг. Забыл, что я работаю. О, кому-то денег привалит. Обкакали всю машину. Все закрыто практически. Ой, здесь так прикольно. Здесь даже бабушки с дедушками катаются. На этих скутерах. Вон кто-то устал, присел. Шутка. Дядечка с собачкой. Театр. Странноватенько так выглядит театр. Тоже, наверное, не работает. Не только выходной, а вообще. Хлебушек. Ну, сколько всего вообще закрыто. Вон, эмти. Ну, пустые, видите. Нет бизнеса, вон сдается помещение. Прозарялись, может быть. Ну, вот видите, дорогу ремонтируют. По выходным не ремонтируют, бросили технику. Может, это нормально, я не знаю. Вот что-то такое. Здание. Вот это больше на театр похоже. Вот такие у них экскаваторы. Песочек. Мусорочек. Видите, я показываю все. Вот в России бываю, я не идеализирую. Я показываю все. В Америке я показываю какашки, мусор или шик и блеск. И в других местах, где я бываю, я показываю всю правду. А не то, что там я акцентирую внимание только на мусоре или на чем-то плохом или чем-то шикардосном. Нет, все. Ой. Ой. Класс.
Вот опять задаюсь вопросом, почему, когда вот так вот пошарпано за границей, это класс, это супер. На самом деле это супер. Все обожаю. И почему раздражает это в России? Это прям Арбат. Пешеходный. О! Парики и шиньоны. Айскрим. Айскрим, да? Да. А, looks like айскрим. Такос, looks like ice cream. Showroom. Closed. Black and white. Вот африканские косички, бородки. Такая узкая улица. Похоже, он повывешивали свои флаги. Ух ты, у кого-то крыша. Месье Жюлен Пассенджер. Джейчик такой сразу сделал вид, что он не понимает по-французски. Сколько видов моркови. Морковы. Посмотрите, опять впереди там флаг Украины. Типа, ну это же неправильно он висит. Кто-то повесил, как произносится, желто-блакитный. Так и вешается. Хотя я вот тоже не понимаю. Говорят же, желтый небесный. Почему наоборот? Небесный желтый. Перчатку потерял. Чей перчатка, а чей? В какашках каких-то. Видите, все пустое, все пустое. Какой собор или что это? О, красотень какая! Закрыто. В воскресенье церковь закрыта. У кого-то открытая терраса, у кого-то лоджия. Ресторанчик здесь же.
нотариус. Я умею по-французски читать. Водичку пьют. Пейте, пейте. Да какой узкий тротуар. Вообще, как ходить вот тут можно? Ну, какой-то ресторан закрыт тоже. Ой, как хорошо пахнет творожной запеканочкой. Мне прям запахло. О, блины. Пипец, здесь спросил, говорит, да, это ресторан блинов, но блинов нет. Зашибись. Девчонки. Французские девчонки. Может быть, у этих есть блины, блин. Блин, блины, может, у этих есть. Прямо комфортно себя чувствую здесь, вот, вот среди таких домов. Нет вот этой вычурности, знаете, пафоса. Все вот так по-домашнему, все по-нашему. А это улыбающаяся собака. А это вот это Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, Чао, Чао. Помните? Кажется, испанских партизан песня. Да, где мой муж? Фига себе ресторан. Или это несколько ресторанов? По стульям, судя по стульям, один ресторан. Обалдеть. Обалдеть, какой большой. Хотя очередь движется быстро. Даже с ликером есть. Вот здесь и сладкие, и не сладкие блины. Может взять вот этот, три сыра. Или просто масло и сахар. Что-то даже не знаю. С этим ликером Марния, Марния. Апельсиновый ликер. Детский садик. Киндергарден.
детишек повезли. Merci. Merci bien. Oups. Merci. Merci.